Сейчас, может быть, не совсем видно, да, то есть, ну, мы сейчас микротекстуру набираем, да, то есть разница цвета небольшая, чтобы у нас интересно смотрелось. У нас такая техника дрожащей руки как бы используется, да, то есть, и мы по чуть-чуть все это дело набираем. Дудут. Все. Чуть поближе снять. Да, ну я крупно бачку взял, ну чтобы было видно. Комар. Правда, тут шатается все, ну ладно, что делать. Немножко сверху. То есть так стоишь, что твоя голова немножко. Не, рисуй, рисуй, все нормально. Опять, да, ну, можно как бы изначально взять сразу какой-то более темный цвет, но, как показывает практика, вы постепенно все набираете, но оно как-то лучше получается, более интересней, больше оттенков, да. Ну, мы сейчас будем набирать, да, этим цветом. Дальше будем брать более темный. Оп. Ой, ёшкин, такой у меня батарейка стоит. Вот зло, а. Зарядил, не ты мне здесь не подумал. Так, ну мы вот сейчас взяли оранжевый, красный, добавили туда чуть-чуть зеленого, у нас получился коричневый, и начинаем усиливать тени, да, то есть походимся больше по краям уже, и с легким распылом на светлые места, чтобы у нас все сочеталось, да. Вот. То есть постепенно усиливаем тени на всякие вмятинки. Не могу. Вот. Так, Настюх, подожди-ка. Сейчас. Так, я подсниму здесь. Сейчас. Ну, снимай там, нет? То есть вот, мы сейчас здесь проходимся, да, то есть и постепенно набираем тени. Во всех рыкинках, то есть мы взяли цвет, ну, такой. Ну, еще раз говорю, красный, ну, красный, желтый, чуть-чуть зеленого, да, то есть получился коричневый, и вот
проходимся по краям. Мы сейчас будем все усиливать края больше и больше, а в итоге тем самым создавать объем, да, вот закругление. Вот, давай, пока батарейка не сядет. Так, немножко нам переехать, наверное, все-таки. Нет, рисую я сейчас. Я сейчас это, там просто ты рукой чуть загораживаешь, и немножко не видно. Ох, как они там, люди ругаться будут. Кто снимал вообще, все трясется. Кто? Ну, будет люди, наверное, кто смотрит, кто снимал, все трясется. Оператор профессионал просто. А, глаза, да, то есть рекин, если мы будем усиливать постепенно, наверное. Так, еще раз, вот вмятины все вот эти вот места, да, то есть глазные впадины, ноздри, мы можем постепенно, как бы вот надо и этим цветом проходиться тоже, то есть мы как бы постепенно будем затемнять, то есть не надо оставить их и потом взять черный закрасить, так будет не очень естественно, да, то есть, да, вот здесь вот внутри рекин тоже проходись этим цветом все, то есть и внутри ноздрей, там даже какие-то движухи можно создавать, знаешь, как вот здесь, ну, на картинке темно, но у них там внутри глазных там есть движение, можно взять другой череп посмотреть, там такие вот, как я не знаю, складки, короче. Вот, вот так вот. А по центру ноздри обычно идет еще такая перемычка есть. Такая, да, да. Ну, она там такая тоненькая полосочка, кость разделяет на... Разве кость? Это, по-моему, хрящик. Не, хрящик это здесь, а вот внутри, вот здесь вот прям такая обычно рисуется еще. А, все, я здесь поняла. Тоненькая полосочка, да, там в глубине. То есть, ну, картинки нету, но вообще она есть. Ну, можно ее наметить, чтобы она читалась так интересно. Обычно. То есть, можно делать это. Парам-папам. Ладно, ты пока порисуй, пусть подснимет. Можно, конечно, было мешать в стакане сразу, чуть-чуть один цвет, но я советую все-таки вот работать так, почему много работать. Много красного, да? Что делать?
работаем очень жидкой краской, да, сразу, ну, там вопрос. Она такая должна быть, как водичка, что ли. Настюх, ну-ка, дай нам, подкрой Арогов. Арогов, надеюсь, сейчас не вырубит с камеры. Так, пошла? Пошла. Так, ну, продолжаем рисовать, да, то есть сейчас мы поработали. Ну, у нас был оранжевый, красный, да, и зеленый. Мы мешали, у нас коричневый получился. Сейчас, ай, телефон свой. Ай, сейчас, камера. Тихо, не шатайся, брат. Ага, я возьму? Да. У-ху, там видно, не видно. Где-то, здесь размыто. Сейчас, Настюх. Смотрите, да, то есть вот здесь вот мы на телефон не смотрим, ну, удобнее смотреть. Можно планшет взять, телефон, либо распечатать на фотобумаге. А вот здесь у нас такие серые оттенки, мы сейчас их начинаем задавать. То есть мы взяли как темно-серую краску, да, то есть сильно разбавленную, да, и там можно даже, наверное, взять. Там синевой какой-то, нет? Ну да, не надо. Ну, обычно, когда черный с белым мешаешь, да, то есть он сам по себе дает синь. Но можно чуть-чуть добавить, чуть-чуть синего, даже какой-то там. Ну, поиграться синим, фиолетовым. То есть мы сейчас напыляем, вот эту грязь даем. Вот. Ну и как бы постепенно припылим, а потом будем уже давать все нюансики, трещинки, блики. Ну, здесь вот. Наверное, видно. Здесь. Наверное, вот. Чё? Попробуй. А, ты решил так? А там размытый, наверное. Сейчас. Ага. Да? А я сейчас наведу. О, огонь, все, вот так и держи. То есть блики, да, вот сейчас вот эту серость мы немножко как раз доработаем. Та-да-та-да, ага, круто. Вот, видно, бока у нас коричневые, красные. То есть здесь немножко приходится уже работать, ну, поаккуратнее, да. То есть краски между собой смешиваются прямо на картине. Вот, ну, как бы так. Та-да-та-да-та-да. Супер. Давай-ка. Че сказал? Не, музон потом лучше. А то там, ну, бывает, он отвлекается, слышно плохо. Да все равно снимать его? Ну, сейчас снимает ее. Сейчас ты порисуй хоть людям, сейчас такая провела. Мать твою! Настудеть. Привыкайте работать жидкой краской, да, то есть, ну, большая часть работы аккуратная именно делается такими прозрачными красками. Что там рисуешь? А? Котенка. Ой, неудавшийся котенок.
Thank you.
Ричард Гигер. Так, что там у нас? Так, Насюк, сейчас свой взяла. Ты сейчас добавила какой цвет? Ты просто усилишь ниже, да? Я понял. Отлично. У нас хоум-видео. Такая. Да. Снимем это все дело. Эй, понеслась. Так. Смотрите, мы сейчас, ну вот серым поработали, да, чуть припылили. Обратили внимание, что все-таки в серый мы хотим добавить немножко синего, да, то есть мы чем сейчас и занимаемся, да, то есть, ну, аккуратно кисточкой нам много не надо, да. То есть мы это дело добавляем. Вот. Я там твое лицо не видно. Сейчас, можешь. Смотри на нас. А? Вот. Чуть-чуть мы добавляем сейчас, и мы начнем, да, то есть вот усиливать тени, то есть вверху на голове, то есть вот видно у нас серая часть, да, то есть вверху больше стало. Я сейчас пока подзамыто все еще, да, то есть мы края доработаем, подтемним. В данный момент просто мы хотим дать немножко в тени синего оттенка. Вот. Тихо. Тихо. Немножко где-то издалека припыляем, да, а потом будем все уточнять. Чуть-чуть. Тихо, не шатайся. То, что он сейчас пылит там где-то на темный фон, ну, в данный момент не страшно, можно не заморачиваться, потому что черный фон мы еще потом просто закрасить. Молчал наконец. И все это мы дело. А потом края будем больше коричневым, красно-коричневым проходиться. Где-то они между собой перемешаются, естественно, и дадут нам где-то фиолетовые оттеночки, да, то есть. Ну да, пока что в данный момент можно остановиться. Там единственное, что смотри, можно тогда сейчас усилить уже. Ну, этим цветом дырочки, эти трещинки где-то вот именно в этой зоне, да, вот, ну, угу. Здесь. Здесь что-то? А, нет.
Там может быть этой чуть-чуть текстурки, там особо нет ее. Можно, не знаю, может, сама еще текстурку, да, еще поработать. Но... Ну, значит, короче. Ну, можно делать, можно не. Да, да, что там вроде. А можно так оставить. Давай халявить. Немножко текстурки наберем, да, то есть. Ну, сейчас будем набирать текстур. Вот. Остановил сейчас, подожди. Давай, показывай свой палец. Тихо, да. Все, стопай. Ага, такая. У нас это гимнастика, да? Да не падай. А толк? Да, девчонок сниму. Как они мучаются. Настюх у нас коня рисует. А? Зачем? Пускай шатается. Интереснее. Кажется, придурок. Как ты думаешь, серый коричневый? Слушай, надо пробовать. Потому что, ну, посмотреть, как. По сути, будет серо-коричневый что-то. А, я тебя понял. Ой, прям страшно отсюда. Марго, вот здесь. Гаденыш. Я тебя снимаю. Ладно, стоп.